Говорят, что жизнь человека подобна течению реки. Что может остановить это мощное течение, изменить его направление? Камень? Или, возможно, девочка с каменным сердцем по имени Алия? Друг детства Арман любил ее с ранних лет и верил, что если он станет сильным и будет вести себя как взрослый мужчина, то покорит ее. Вероятно, так оно и случилось бы. Но рядом был Руслан, и каменное сердце уже сделало свой выбор. Прошли годы, Алия повзрослела, и всем вокруг стала очевидна ее красота. И свой взор обратил на нее Муса, дядя Армана. Но единственное, что могло отвлечь его внимание от Алии, это был уникальный бриллиант, известный как «Звезда Востока». Муса Канаев, полковник КГБ СССР в отставке, посвятил поискам желанного бриллианта всю свою жизнь, преследуя его из континента в континент. Он поклялся, что достанет заветный камень любой ценой. Муса поставил на карту все. И у такой звезды есть своя судьба. И люди, встречающиеся на пути, лишь мимолетное отражение на ее гранях.